прошлом сезоне голкипер Челси Кепа Аризабалага решил очень оригинальным способом потянуть время в домашнем матче против Кристал Пэлас. Нападающий Орлов нанес неудачный удар по воротам, и после этого мяч попал на гостевой сектор. Фанаты Орлов сразу вернули снаряд Кепе, чтобы тот поскорее ввел его в игру. Впрочем, вратарь не только не спешил этого делать, а еще и устроил настоящее издевательство над болельщиками соперника. Аризабалага пару раз получал мяч и кидал его обратно в гостевой сектор. Волейбольный поединок прекратил игрок Кристал Пэлас, который собственными руками поставил снаряд в нужную точку. Один из болельщиков Орлов настолько взбесился, что швырнул в Кепу неизвестный предмет, но, к счастью для испанца, бросок оказался неточным.